Привет, меня зовут Сандра, и вы попали на канал Сандра Степ. Сегодня я планирую взять обвес в Rocket Bunny и поехать к знакомому, и пускай он мне подскажет, что мне нужно с ним делать, потому что много где нужно подпилить, много где нужно отрезать, ну, на мой взгляд. В общем, поеду, и мне все подскажет, что нужно будет делать. Так сказать, направит меня в нужное русло, и после этого я тогда составлю план действий. Я свой обвес, и мужики, конечно, честно говоря, были в шоке, говорят, что это отстой какой-то. Были предложения просто поставить, зашпаклевать, чтобы не было видно заклепок, зашпаклевать типа по демку. Некоторые говорили, что вообще не нужно ставить, потом пошли какие-то гениальные идеи вырезать вообще нафиг все крылья. Но в конце концов они поняли, что я хочу. Какая у меня идея, показала я обвес этот на машине, и в субботу я тогда сюда приеду, и мы начнем уже резать, пилить, подгонять. С одной стороны, очень страшно, потому что машину я вроде собрала, машина в хорошем состоянии, у нее отличные крылья, у нее отличные арки, у нее все отлично, и очень жалко резать. А вдруг, не знаю, вдруг мне не понравится, либо... И вдруг что-то изменится, и получается, если я сниму обвес, то будут очень некрасивые арки. Но я всегда думаю наперед. Хотя с другой стороны, зачем мне снимать? Но если не пройду техосмотр с этим обвесом, что наверняка, то я просто возьму трал, буду возить ее на трале. У меня прям печаль, беда. Можно попробовать, как временно. Больше меня интересует, как сойдется порог. Порог. Так, нет. Вот это подключить. А потом уже тогда и можно пробовать. Так. А, потому он не трещит. Так и ставить. Так я тоже так думаю. Но очень здесь выглядит. Черные клопы. Много. Осталось только клопов на покупать.
Очень практично. Ужас. Чего ж ты мне не сказал, что у тебя нету дисков от Болгарки? Да, видишь, какая щель вышла? Вижу. А ведь не должно быть щели. Будет сразу видно, кого останавливать. Ха, блядь! А ко мне не к чему придраться, я молодец. Вот здесь арки, так арки. Что? 17-е диски на нем стояли. С багажником что-то не так. Не хватает крышки. Мы, в общем-то, вот так мы и устанавливали обвес. Было очень жалко и страшно резать арки, но просто это требует жертв. Я надеюсь, что финальный результат меня очень порадует. Зато сейчас я еду по улице, и просто все оборачиваются. Нет ни одного равнодушного человека.